Приветствую любительницы и любители всего плоского, а также роботесс, в которых теряются духи. С вами вновь Эфемер Абстрактный, и мы продолжаем проходить ГОСТ 1.0. Что было между этим видео и предыдущим стримом? Я собрал все возможные люмы на уровне на этом, то есть уровне утилизации. Не стал я покупать оружие, вроде бы пока мне оно не нужно. То есть здесь еще куча оружия, но это нужно просто гриндить, именно гриндить энергокубы. И в общем-то мне кажется, что достаточно того, что у меня есть. Я не видел оружия круче, чем ионизатор. Вот ионизатор я прокачал, у меня теперь 5 снарядов можно стрелять. Я вот не знаю, можно ли посмотреть. Да, урон 208 у ионизатора сейчас за один снаряд. Это очень дофига. Так, не забыть ботов включить. Здесь у меня тоже по возможности все прокачано. Усиление корпуса 16x. И нам нужно больше пилонов, да. Вот такую гикость я тоже нашел. Гикость я нашел, кстати, все. Так, ну давайте посмотрим уже на босса. Понеслась. Видимо, я должен управлять этим роботом. Куда этот бедняга должен залезть? Так, не так все просто. Ага, вот оно что. Я должен попасть в бомбочки. Я, наверное, вначале бомбочки взорву, чтобы у нас было больше для маневров. Теперь призываем босса. Ой, мы куда поехали? Там зачем вообще ехаем? Босс у нас что? Утилизатор лично? А это забавно. Знаете, как забавно. С одной стороны, да, с другой стороны. Ионизатор, тебя разбери. Если не попасть вовремя по этим бомбочкам, то будет ай-яй-яй. Здоровья-то дофига. Кстати, нам нельзя подставляться вот под эту штуку. Ну а так вроде бы изи. Фигач себе дофигач. Кстати, я соврал насчет ионизатора. Иногда урон меньше, чем хотел. Да, вот зарядка и заводит. Давайте попробуем миномет. А, миномет не сразу взорвет. Ой-ой-ой, опасно. Опасный момент. Кстати. Опасно. В общем, тут так. Ой, вилы пошли. Еще себе. Это самого врага увидел. Намет Парева. Так, сейчас я заряжу его. Так, ну ты ионизатор. Ионизатор, дай мне силы. Так, ну-ка. А если бомбы ему скормить кассетные? Ух ты, слушайте, а кассетные бомбы-то заходят как массово, прямо скажем. Ой-ой-ой, вот это да, вот это да, вот это экшен. Кассетные бомбы, секретная техника. Я уже тут ничего не успеваю. Единственное, что меня почти не
выносит, надо сказать. Так, ну еще чуть-чуть, я с первого раза пройду босса, да. Да! Босс повержен. Так, ну тут у нас люмы. Я, наверное, люмы соберу, хотя бы там вначале кучу энергокубов собрать. Ох, елки. Так, ну я, наверное, сейчас посмотрю, как здесь что соберу. В общем-то, прохождение босса я показал. По сути, вам лучше всего взять вот кассетные бомбы и просто его ими закинуть. Ну, все остальное оружие тоже пригождается. И главное, чтобы вы успевали вот эти вот сбивать движущиеся бомбы, которые открывают вам проход дальше. Иначе вы просто попадете в утилизатор и вас утилизируют. На этом все. Если помог, ставьте пальцы. Можете материально помочь. У нас здесь халява, конечно, но каждая халява должна быть оплачена тоже. Также есть ссылочка на социальные группы, где меня можно найти и подписаться. Все будет прикреплено к комментарию к данному видео. На этом все. До встречи и пока. В следующих видео и стримах встретимся.